Благодарю за то, что ты всегда с нами. Любишь нас и милуешь. Благодарю, что ты послал нам еще один подарок, сына Матвея. Я прошу, ты благослови его, огради его от всякого зла. Даруй ему хорошее здоровье, даруй ему послушание. И когда придет его время, он мог узнать и полюбить тебя, и принадлежать только тебе. Нам, родителям, даруй мудрости, хорошо воспитывать правильно наших деток, быть всегда для них примером. Все это прошу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Великий Бог, я тебе благодарен за этот день. Мы здесь стоим по воле Твоей, по милости Твоей. Я здесь стою с четвертым ребенком, Господи. Ты подарил мне прекрасных детей, Ты мне подарил прекрасную жену. Ты благословил меня обильно. Я тебя прошу благословения и на Матвейку. Благослови его здоровьем, силою, мудростью, чтобы он в свое время пришел к Тебе. Я посвящаю всю свою семью Тебе, Господи, чтобы мы все вместе служили Тебе. Тебе слава, поклонение за все, великому Богу. Аминь. Любящий Господь, мы в это утро вместе с родителями Сашей и Лилией благодарим Тебя, то, что Ты подарил им это прекрасное создание в их семью за четвертого ребенка, который Ты им подарил. Славим Тебя, Господи, просим Тебя, благослови Матвейку, благослови его духовно, физически, морально, Господь, дух, душу и тело, чтобы он мог развиваться с раннего детства, Господь мой, чтобы Твоя защита была на нем, когда он придет в возраст понимания вещей, когда он будет различать правой руки от левой. Благослови, Господи, его, чтобы он мог делать правильные выборы в своей жизни, чтобы, смотря на жизнь своих родителей, смотря на жизнь своих друзей, он мог замечать в том, что ты с ними и в них, Господь. Благослови, чтобы родители имели пример добрый, поклонение тебе, служение тебе, просим тебя, благослови его, чтобы он, когда вырастет, мог принять тебя своим личным спасителем, Господь мой. Веди твоим путем, благослови Сашу и Лили, чтобы они были добрым примером для него лично. Будь ты за все прославлен, возвеличен, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Господь наш и Бог наш, я благодарю Тебя.